Друзья, всем привет! Вы видите, я в шапке, курточке. Резко так похолодало. Короче, осень наступила очень-очень-очень резко. Да, Валятька? Так. Фазанчики. Утки, друзья. Там предполагали, что утки перепрыгнут. Нет, утки не перепрыгают. Никуда они не денутся. Все на месте. Ну, ходят вот здесь, да и все. Так что можно за них не переживать. Все нормально, да, Валетка? Так. Гаврюлик отдыхает. Я, друзья, сегодня, и видите, водичка чистая. Я сегодня поставил уже стекло. Здесь убрал вентилятор. Короче, так, надо им свет включить. Опа, вот так. Убрал вентилятор, друзья, и хочу заделать уже на ночь эту. Даже я смотрю, так по погоде получается, как сказать, ну, плюс 25, само холодно будет. Поэтому, в принципе, уже можно спокойно все закрывать и не переживать, что будет, как бы, там сарай жарко. Да, постепенно и вот эти уже окна надо, кстати, да, вот они, закрывать. Вот так интересно, мухи, гляньте, как сидят. Туда попасть не могут, а здесь сидят. Ха. И вот здесь это я такого еще не видел. Гляньте, сколько мух. Хотят туда в сарай, а в сарай никак. Ну, посмотрим. Сегодня бузины им нарвал. Но все равно классно, такая, знаете, листья попадали, такая красота. Ну, осень. Осень, друзья, уже как не крутить. Сделал там выключатель, поставил. Занимаюсь тут, друзья, на хозяйстве. Холодно. Ездил, смотрел. Вчера же ливень пошел. Сегодня никто не ездил. Я так взял сумку, друзья. Ну, собрал. Такая она, знаете. Завтра, я думаю, можно будет ехать собирать. Так что... А, вот. Здесь лампочки, правда, нема еще. Вот. Два выключателя. Один сюда, один сюда. Вот так вот. Короче, потихонечку подгоняю работу. А эти здесь клюют. Что они там выбирают, без понятия. Ну, пускай. Занимаются. Володька где-то поранил себя, начал там где-то зацепился, или не пойму, на ноге там. Оно как на спине, может, запшикали ему. Будем пшикать. Да, Валетька. Да, да, Валетка. Вальдемар. Вот так. Кстати, друзья, я сегодня утром, когда? Сегодня утром еще холоднее было. Такое вроде как дождь натягивало. Но, я Кате говорю, наверное, придемся в сарай, сразу закочегарю. Ну, а в сарае, на удивление, ну, как бы тепло, хорошо. Может, что ветра нету здесь вообще. А, вот, поставил уже сюда вентилятор. Ну, когда печка будет греть, теплый воздух еще и плюс от трубы будет толкать туда. Ну, я так иногда включаю. Оно, как бы, знаете, быстрее тепло распределяется по всему сараю. И отлично, великолепно получается. О, котов, никаких проблем. Не успел, друзья. Лежало тут на сене, я кинул сено, поубирал тут у них, у всех. Вон они там лежат, отдыхают, тоже сено кинул.
Ну, осталось тачку вывести. Это я увидел, думаю, покажу вам. Этот. И попросыпать сейчас немножечко. Попросыпаю, чтобы был у них порядок. Ну, у них и так уже порядок. У всех. Кстати, тут закрыл эти окна. Я, ну, нашел стекла, закрою сегодня. Там недолго, возьму лестничку. Фонарик. Все, у девок тоже поубирал. У всех. И закрыл, пока так временно, мешок с соломой. Мало ли, будет еще вдруг жарко, думаю. Все равно, хоть и 25. Но на всякий случай, может, чтобы было открыто. Ну, не открыто, а в любой момент смог открыть я. Да? Поросятки. Не лежит. Не лежит. Сейчас попросыпаю у них. Накочегарил я здесь. Ну как накочегарил? Ну, одну эту заправил. И полностью она задушена. Так еле-еле коптит. А ну-ка. Вон, видите? Еще есть. Вот это где-то полтора часа на полностью задушенным. Именно кочаны горят. Ну, нравится мне. Пока я как бы еще полностью ее не испытал, но я думаю, все будет работать отлично, великолепно. Ну, здесь сейчас хорошо. Я из-за чего, думаю, не буду вывозить. Сейчас попросыпаю все. А потом вывезу, потому что на улицу надо одевать курточку. Холодно. Уже как бы на улице. Так. Ой, это я музыку настраиваю. На цвет. Володя, нема еще никого. Там уже все позаходили. Ну да, на улице уже темно, друзья. Видите? Уже все позаходили. Кстати, вот те фонарики светятся постоянно. Я их еще не убирал. Ну, думаю, пускай пока горят. Пускай горят. Когда уже сильно там снег или еще что-то, я их уберу просто, да и все. На следующий год будет, я думаю, классно с этими фонариками. И, друзья, этот цыпленочек, который был здесь, он пропал. Так. Кстати, сейчас я еще оденусь, друзья. Сходим, посмотрим, что там с тем утеночком. Кстати, да, я только за него вспомнил, если честно. Вот это увидел с вами и думаю, надо сходить. Я сегодня вообще туда не заглядывал. Ай-яй-яй-яй. А где? Этого прогнали, получается. Да, Мурка, Тайсон и мамка ихняя, Фурия. А этого нету, красавчика. Где-то пошел шататься-болтаться. Так, артисты. Яиц нема? Нема, все, курочка зашла. Давай, заходим. Давай. Заходим. Давай. Угу. Давай, там же ж теплее. Вот не хватает у них мозгов зайти туда. Ну, в принципе, я сильно не переживаю. Тут они за кутку все равно. Как бы здесь стекла. И здесь. То есть у них там сквозняка вообще нема. Но все равно. Так, пойдемте, друзья, сходим сейчас. Глянем, что там. Вот, видите, фонарики горят. Да, уже все. Получается, ничего не вижу, прямо фонарик. 6 часов. Все. Темень. Утки вовнутрь заходят. Оп, забежала. Ага, вот они. И зайцы скоро будут вылазить уже. 3 штуки. Так. Раз. Так.
Ага. Вот где эти спят, видите? Так, а ну-ка. А ну, текайте, текайте. Эти самые умные. Так, посмотрим, что тут у нее. Сейчас, это, конечно, утка страшная. Вон, гляньте, как укусила. И Катю покусала, и меня. Вот, гляньте. Надо, наверное, блин, крагу было взять. Ну ладно, сейчас это курточка. А ну, вот так, под нее. Не. А. Вот он, видите, он даже не вылупился. Короче. Не, видите, он даже не вылупился. Все. Блин, жалко, конечно. Все. Сейчас это яйцо еще гляну, друзья. Одну секундочку. Да, походу, негодное тоже. Что-то я же говорю, в этом году что-то не то. А ну. Не, это живое. Это вот это, которое я отсюда, от той черной подкинул. Ну, пускай сидит, ладно. На. А. Вон тебе яйцо, сиди. Все, получается. Ну, я думаю, не выйти, она его не высидит. О. Ну, а получается, если бросит, то бросит. Все, я думал, будет еще хоть два утенка. Не, это получается, я приблизительно думаю, тогда было... Ну, по-моему, я говорил, штук 10 будет еще утят. Видите, нету вообще. Ну, ничего. Будет на следующий год. Уже, если честно, ну, мы уже думали, если сели, пускай сидят, уже никуда не денешься. Но, если честно, так даже лучше, что утят нету. Так что такие дела. Угу. Вот, поближе вообще. Вот этот, гляньте, как хорошо. А ну. Опа. И гномика освещает. Блин. О! Ох, и Вальдемар. Так. Все. Все, уже поприсыпал. Ходит она, сено выбирает. Артистка. Скоро, 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 скоро будут, будет вам еда. Сегодня, друзья... А я не помню, какое число. А ну, сейчас гляну. Как ради интереса. Восьмое. Получается, завтра уже будет... Ой, послезавтра начнем следить внимательно. Надеюсь, что она не придет в охоту. И будем фиксировать, что она покрыта. Ну, кушает хорошо. Мы ее перед покрытием, я же говорил, и проглистовали... И вермектином, и вкололи витаминки. Кстати, этим сыпем, друзья. Ну, с Катей так поразговаривали. Сюда будем сухое сыпать, чтобы у них было сухое. А сюда будем сыпать, ну, такое, я и гарбузы туда буду им кидать. Молочко Катя им туда будет добавлять. А здесь будет чисто сухое. Ну, мало ли, проголодается, кто-то подойдет, сухого скушает. Ну, они сухого не сильно что-то хотят кушать. Водичка бежит, все как надо. Тоже здесь поприбирал, присыпал у них. Да, там батареи сегодня накачегарил. Вот здесь самое прохладно, вот здесь, потому что, гляньте, как дует он. Там какая-то ерунда, да, прямо дует, и вот там. Надо будет сегодня, по-любому сегодня закрою. Ну, сделаю, вот это будет отверстие и окна, если что, буду открывать. То есть, если будет жарко, например, днем.
окна пооткрывал, которые открываются, да и все. А открывается раз, два, три, четыре. И вот это вот отверстие тоже. Гаврюлик отдыхает, жует. Что жует? Ну, как только темнеет, друзья, он уже начинает кричать, мы его сразу сюда. И здесь он уже как-то, видите, привыкает. Нормально себя здесь чувствует, не кричит, нигде ничего. Все. Петухи уже подрастают, скоро, друзья, будем убирать петушков. Тут один ногу какой-то себе повредил. А где он есть? Вот этот, наверное. А, не, вот этот. Вот этот петух. И мы думаем, ну, вроде начало легчать. Думаем, если что, его первого уберем. Хоть он и мелкий, но что-то у него с ногой. Я смотрел, вроде ничего не мог. Может, где-то прыгнул, знаете, как-то зацепился. Ну, они ж артисты, где угодно могут залезть. Так, сегодня еще, друзья, я давно это не делал. А сегодня почистил. Чистил, заходил здесь. И пумбу чесал. Ой, прости, пумба. И... Только это, лопата, и он прям обалдел. Давай. О, давай. Что это у тебя в глаз попало? Гляньте, какие зубы. У тебя кариес там, что ли? На зубе вот кариес у тебя. Пумба, все. Давай вот так вот тебе похлопаю. Вот так. Похлопаю. А, пришел красавчик там, мявчит. Гляньте. Все, пумба. Прибалдел. Так, ему тоже нравится. Какой массаж. Видите, спит. Спокойно. А тогда только захожу, эта белая орёт. Кстати, она тоже с 10 числа. Будем за ней тоже наблюдать, следить. Так интересно. Блин, я только заметил, друзья. Она полиняла. Не знаю, камера передает или нет. Новая шерсть растет у нее. Да, гляньте, на зиму новая шерсть растет. Все. Пумба, лежи, давай. Давай. Вот так. Все, гляньте, никуда. Такой спокойный кабан никогда не, я такого не видел. Даже у нас были, ну, много было кабанов. Но вот такого кабана не было. Кстати, сегодня я пробовал. Сейчас покажу, пойдемте. Закрой, хватит пумбе. Ну, я его уже чесал и лопатой. Самое большее ему нравится, конечно, лопатой. Он так лежит, я вот так и по животу, и вот здесь. И он прямо, видите. Артист. И вот эта вот артистка. Цепком играется. Вон эта свинья. О, до меня бегут. А ну, тикай. А ну. Уже, я думаю, сейчас туда-сюда мы ее завалим. Да, свинья? Да? Вот такие свиньи поросят. А ну, давай. О, давай. Вот так. Не. Розовый кабанчик. Уже он не розовый, конечно, стал. Посветлее. Чё ты? Чё, блядь? А это лысая какая-то. Вот это вот лысая. Вот так. Не, видите, боя. Хотят укусить паразиты. Хотят укусить. Вот эта свинья. Вот так. Не. Ну, я думаю, туда дальше завалим ее. Ну, есть маленькие, сразу нравятся им. А есть, конечно, тяжело их завалить. А так даже приловчился уже, клац. Я там все настроил, легко закрывается. Катя меня говорит, я не могу открыть, сделай. Ну и тяжело, оно как бы как-то закусывало. Сейчас я поподпиливал, все четко открывается, закрывается. Ага.
пятнашка пьет тут, а, друзья, потому что вот ту поилку я ее уже убрал. Потому что она, ей неудобно, она пытается там с нее пить. Ну, короче, будет пускай теперь с этой пить. Рот, правда, у нее дырявый. Маркиз, что ты, проголодался? Он, гляньте, пришел. Все. И ешь, ешь давай. Такой тоже шерсть начала расти. Гляньте, какой красивый. Красавчик. Давай, давай, ешь, иди молоко. Со своим фонариком. Ну все, иди поешь, иди поешь, иди. Не хочет. Ну, друзья, видите, печечка есть, кочаны, как раз вот я же говорю, даже если было бы там на улице сейчас там градуса 3 мороза, все равно кочанами тоже нормально, оно прогревается, и здесь даже на ночь накочеварил, можно кинуть там пару каких-то брусочков, и оно до утра здесь будет тепло. А если утром, допустим, заморозок, сразу пришел, раскочеварил, и отлично, великолепно. Еще такие вот дела. О, пришел, пришел, там занято. А, и тут курточка моя. Ну, ложись, иди. А, и кофта, и курточка, и кофта. Холодно, друзья, на улице холодно. Осень уже. Резко, резко. То ходил и... Ходил в футболке на улице, даже в майке ходил. Это вчера дождь пошел, и так холодно. Ну, дождь, правда, не сильно, но все равно пыль пробил. И такой воздух прямо свежий. Прямо соскучились мы все так. Наверное, не только мне так классно было, потому что реально аж свежий воздух был. А то такое дышишь, как с пылью, непонятно. Ну все, слава богу. А это я замел здесь, завтра выкинем на улицу курям. Или сегодня даже выкину туда, сейчас подгребу. Так что такие дела. Все, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока.